Одежда – это наша визитная карточка. И второго шанса произвести первое впечатление нет. Проект «Экономный шопинг» и «Одесса Фэшн» знают, как выгодно подчеркнуть вашу внешность с помощью красивой, качественной, а главное – недорогой одежды. Тема сегодняшнего выпуска – новогодний лук. Не пропустите! Сегодня у нас в гостях участница Ирина. Здравствуйте, Ира. Расскажите, пожалуйста, нам о себе. Добрый день. Я работаю менеджером по продажам. Часто происходит так, что работа забирает огромное количество времени. Я всю себя отдаю полностью работе. И для того, чтобы обновить свой гардероб, совершенно не хватает времени. Занимаюсь этим в последнюю очередь. Вы уже решили, в чем вы будете отмечать Новый год? Нет еще. Откладываю это, как всегда, на последний день. А почему вы решили принять участие в нашем проекте? После первого вашего выпуска меня очень заинтересовал этот проект, потому что в этом магазине можно купить одежду красивую, модную и в то же время недорого. А это очень важно. Ну, тогда вы точно по адресу. Ждем вас на нашем подиуме. Наша участница уже готова, и сейчас она выйдет к нам в студию и продемонстрирует нам три варианта новогодних образов из собственного гардероба. Можете сказать по данному образу участницы? Девочка большая молодец, она так старалась, подбирала себе образ. Классический образ ей очень к лицу, и черный цвет подчеркивает все ее достоинства и хорошо гармонирует с цветом волос. Классический черный цвет подчеркнул ее фигуру. Это платье вполне подходит для вечернего праздничного ужина. Как для вечернего платья, образа точнее, можно бы было что-то добавить яркое. Там, например, обувь красную или какой-то другой цвет, бижутерию также. Ну, в целом девочка выглядела в нем неплохо. Мне очень понравилось платье, девушка в нем смотрелась очень лаконично. Оно и очень подходило. Я думаю, что это именно тот случай, когда можно сказать, что все было очень просто, но со вкусом. Но на ее месте я бы добавила, может, какое-то не очень громоздкое, аккуратное украшение, чтобы оно немножечко дополняло образ, а так мне очень понравилось. Об этом платье. Платье хорошее, подчеркивает ее достоинство, и она в нем выигрышно смотрится. Платье мне не понравилось. На девочке оно сидело не очень красиво. Оно ее полнило, расцветка не в моде. Само платье, мне кажется, совершенно девушке не подходит, хоть и в целом оно сидит на ней неплохо. Такое платье, такая расцветка, мне кажется, лучше бы смотрелась на женщине, которой более уже за 35 лет, но никак не на молодой девушке. Посоветовала, может быть, тоже что-то с кожаными вставками, примерно как у нее, но более что-то однотонное, спокойное, а не такая броская цветовая гамма. И, ну, мне не нравится, и ей она не идет. Revolution is on the way. If it's a fight you want, it's a fight you get. They tried before, we made them pay. We are, it's a battle.
платье серое, а вот туфли очень красивые, яркие, ей очень идут и вообще подчеркивают женственность. Каблучок подчеркивает женственность. Платье очень простенько смотрелось на девочке. Я бы ей посоветовала бы одевать что-то более яркое, чтобы подчеркнуть ее фигуру. Из всего образа мне хотелось бы выделить туфли. Они были очень красивые, красивый бордовый цвет. Он не очень красиво смотрелись под это платье. Платье тоже в целом неплохое. Я бы не советовала девушке именно в этом платье встречать Новый год, а все-таки для празднования Нового года я бы хотела посоветовать что-нибудь более длинное, более элегантное, красивое и утонченное. Да, я бы посоветовала и платье красного цвета, какого-то более яркое, красное, бордовое. Красивые аксессуары, они очень громоздкие, всегда будут красиво смотреться на девушке. Следует отметить, что все три образа Ирины из собственного гардероба очень интересны и достойно были представлены девушкой в сегодняшнем выпуске. Но стоит ли платить больше? И какой образ из простого стокового магазина составил ошеломляющую конкуренцию платьям из обложек журналов? Об этом сейчас мы и узнаем. Только что мы посмотрели три варианта новогодних образов из гардероба участницы. Пришло время посмотреть, что же для Ирины подобрали стилисты магазина «Эконом-класс». А я напоминаю, что по завершению выпуска любой из понравившихся образов участница получает в подарок. Образ, который подобрали стилисты магазина «Эконом-класс». Образ очень здоровский, мне понравились украшения, они настолько дают ей блеск, оттенок. Украшения придают ей яркость, эффектность, и идет этот цвет, блеск. Шикарнейший образ, просто самый лучший, наверное, со всех образов, что у девочки был. Она как королева в нем. Очень красиво, очень ярко. Вообще супер просто. Мне очень понравилось платье на девушке. Оно ее очень стройнит. Она в нем очень-очень стройная, такая худенькая. Также аксессуары очень хорошо подобраны. Не наляписто, не лишние. Также как и браслет, и как колье. Очень гармонично и красиво на ней смотрелось. Также сумочка дополняла образ. Она была уместна. Она очень подходила. Она гармонировала с обувью. Все было супер. Данный образ. Образ симпатичный, но он не на Новый год. На Новый год что-то более яркое. Нужно подобрать девушке. Образ неплохой, в принципе, но мне кажется, что девочке больше подходят платья облегающие. Они подчеркивают ее фигуру. Образ очень красивый, красивое платье, хорошая обувь, но девушке он не очень подходит. Я бы подобрала ей что-нибудь другое. Более утонченное, как для празднования Нового года, опять же, что-нибудь длинное в пол и более элегантное и нарядное. Что вы можете сказать о последнем образе участницы? Этот образ тоже неплохой, но на Новый год я бы ей посоветовала выбрать все равно синее платье, которое ей безумно подходит и которое ей идет.
красивый образ, красивая платьечко, но только если бы его еще дополнить чем-то, может, другой обувью, аксессуарами. Ну, а так, в принципе, очень красивое. Странит девочку, да. Платье очень красивое, очень хорошо сидит на девушке, оно очень ей подходит. Скомбинировано такой яркий верх и простой черный низ. Очень красиво и гармонично на ней смотрится. Девушка была в нем восхитительна. Я думаю, что в этом наряде она легко может праздновать Новый год. Вечерний образ номер один участницы составляет 3600 гривен. Образ от магазина «Эконом-класс» – 526 гривен. Вечерний образ номер два Ирины составляет 4900 гривен. Образ от магазина «Эконом-класс» – 283 гривны. Вечерний образ номер три из гардероба девушки составляет 4900 гривен. Образ от магазина «Эконом-класс» – всего 353 гривны. Ирина, как вам ваши новые образы? Очень красивые, очень яркие. Ну, как раз для Нового года. А какой из образов вы выделили для себя? Очень понравился первый образ – синее платье. Очень красиво, подчеркивает фигуру. Вы уже решили, в чем будете праздновать этот Новый год? Ну, скорее всего, в нем как раз и буду. Можете поделиться впечатлениями о проекте? Очень интересный проект. Очень было интересно в нем участвовать. Что вы выбрали в качестве подарка? Ну, выберу первый образ. Он мне понравился больше всего. Это синее платье? Это синее платье, да. На этом наш новогодний выпуск подходит к концу. Если вы все еще думаете, как одеться красиво и при этом недорого, то добро пожаловать на кастинг проекта «Экономный шопинг». Для этого вам необходимо заполнить анкету на сайте ekonomclass.ua. С наступающим Новым годом, друзья! До встречи на Одесса Fashion Channel!